Мы находимся на участке 3064. Здесь были следующие проблемы. Ответственный секретарь комиссии господин Банников публично оскорблял меня, вел агитацию против меня. Ну и затем он попытался даже на меня напасть и вырвал у меня из рук мобильный телефон. Здесь, так же, как и на участке в Скорбеево, следующее. Здесь вдруг появились какие-то дополнительные списки, которые в соответствии с законом 4 статьи 17 ФЗ номер 67 от 12.06.2002 является нарушением. То есть не должно быть этих дополнительных списков на этих. На участке 3064 сейчас есть зафиксированное уже нарушение. Сейчас вот специалисты из Санара пишут жалобу, и с этой жалобой я пойду в суд точно так же, как я с аналогичной жалобой по соседнему участку 3063 уже в суде была. Что касается вот этого участка, то здесь, конечно, очень агрессивно себя ведут госпожа Редькина, это руководитель УИФ 3064, и ответственный секретарь. То есть люди, которые вообще-то должны соблюдать закон. А здесь они препятствуют работе СМИ. И, собственно говоря, хорошо это снимать. И ведут себя несколько базарно.